Всех приветствую, мои уважаемые подписчики, с вами Слава Спец, и в этом видеоролике я стану величайшим гуру в GTA 5 RP, и я буду курить казик человеку, который обратился ко мне, чтобы я ему поднял денег. Хочу вас предупредить, что казик не способ заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не ходи играть на последние деньги, ведь ты можешь слить все. Я не даю никаких гарантий, что я вам сделаю бабки. Вы идете на свой страх и риск, так что подумай, прежде чем идти с кем-то в казик. Чтобы поиграть со мной в казик, в закрепе в комментариях будет дискорд. Переходи туда и сразу прочитай правила, или же ты получишь АФК-роль. Да, в казик я беру активных зрителей, а не тех, кто тупо заходит и пишет гоу в казик. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии и подписываться на канал. А все действия проходят на проекте GTA 5 RP. Чтобы начать играть, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе будет нужен самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи его, и ты станешь самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strawberry. Залетай, будем играть вместе. Всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Надо выводить оттуда минимум как 5-6 мультов. Это более-менее ты что-то можешь что-то купить на эти бабки. А на лям ты них не купишь. Вообще ничего не купишь. Так, за каким столом играли? От сотки нахуй. Пойдем за 250. Что-то вообще народу в казино нету. Зато перекупов больше, чем игроков, блядь. Так, по полторашке, по 1500 на. Так, давай на 27. 27, нахуй. Поставь на 9 и на 19. Да мы сами разберемся, куда поставить. Вы просто пишите числа, ваши предположения и все. Двадцать восемь, ёбаная. Вот так вот я подошел к столу, 10 000 поставил на второй сектор или на первый, нахуй не помню, блядь, и падает 28. Так, 28, кстати. Поставь на 11. На 33. И на 2 0. Надо сейчас 5 мультов поймать, блядь, по-любому. По-любому. Вот сейчас вот так вот чик, нули. Ай, сука, 32 17. Поставь на 17. А-а-а. На 35 и поставь на 36. Еще раз попробуем по полторашечке, нахуй, потом на 500 перейдем. Ну, прыгай. 36 дай. 36, сука! О, живем пока. Поставь на 13. Кайф. На 33. Поставь на 29. Мне 33. Вот я и ставлю на 33, блядь. Нихуёво на ней тогда выиграли, блядь. Во! Во! Пошла в хуйню! Сюда! Ставь еще раз на 33. Хорошо. На Стасика. Ага. И поставь на 13. Пошла возня. Ай, блядь, 32, что ли? А, ну, блядь, играет как-то. 36, 25. 36, 25. И поставь на 7. И 7. Ну, блядь, сейчас если задаблит, типа, 32, 36, будет по кайфу. Ну, или 7, вот так вот. Вот так, чик.
Блять, это 29-ка ебаная. Так. Ну-ка, F10 нажми. Персонаж. Ага, мало еще. Ну-ка, закрывай. На 8 поставь, на 26. Ой. Лимит. Лимит 1000 делай. Или по 500 делай. 26 и 29. Ну, долго соображаешь. Есть такое. Ну все, давай восьмерочку. Давай так. Оп, смотри, пошла. Чик. А, 19, сука. Ну, иди снимай. Ну, блядь, в плюсе все равно. В плюсе, да. На 4 хорошо. Миллиона, нахуй, с половиной даже. Нормально. На гимеру хватает. Надо у друга деньги забирать, нахуй. Да. Ты че, блядь? Конь горбатый, нахуй. Ну вот что получается. 10? А, ну да, как раз тебе хватает на гимеру. Обалдеж. Спасибо. Иди всем говори, что тебе Слава Спец поднял деньги на стриме, нахуй. Скажи, он мне поднял уже 25 мультов суммарно, нахуй. Да, где-то так? Ну да, получается. Не говори этого... там, не лайки ставить, ничего. Просто скажи Слава Спец, который сейчас стримит на Ютубе, поднял. Ребятки, мне... ребятки, подписывайтесь на Слава Спец в Ютубе, сейчас стримит. Давайте, мне 25к поднял. Че ты там прокол тут?